Адрес Пушкина 56 в последнее время достаточно часто мелькает в новостных сводках. Вот и сегодня наша съемочная группа выехала на место, чтобы проверить ход выполнения ремонтных работ. Дом по улице Пушкина, 56, имеет давнюю печальную историю. На днях к старым проблемам прибавился еще и прорыв трубы. В результате вместо коридоров получилась настоящая парилка. Работы по восстановлению идут уже неделю, и за небольшое количество времени сделано достаточно многое. За неделю уже полностью восстановлена система отопления на всех трех этажах, сварены новые регистры, батареи, которые до этого были просто-напросто разворованы. Сейчас утеплен контур. На первом этаже мы с вами уже видим, то есть, что сделана кирпичная кладка и заложены окна, поставлены новые оконные рамы и решетки. Для благополучия жильцов на пол укладывают новые доски, ведь по старым совершенно невозможно передвигаться. А чтобы по коридорам не бродили бомжи, устанавливают антивандальные железные двери. Но мало сделать косметический ремонт. В первую очередь его надо сохранить. А это уже обязанность самих жильцов. Вот те работы, которые сейчас будут сделаны, жители активизировались и сохранили те труды, те средства, которые сейчас вложены в этот аварийный дом. В начале этого месяца здание осматривала комиссия, которая должна была признать дом аварийным и по результатам решить вопрос о расселении. Но этот процесс трудоемкий и занимает достаточно много времени. Местным жителям остается только ждать решения, а пока следить за сохранностью того ремонта, что сейчас происходит в их многострадальном доме. Ольга Звездина, Юрий Карпов, программа «24 МИАС».